Итак, 17 сентября в 21 час 12 минут произошел пожар в частном гараже по адресу Искитимский район, село Старый Искитим, улица Сибирская. В результате пожара огнем уничтожена крыша, гараж выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования. В центральном микрорайоне Искитима произошел пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже. 4 человек эвакуировали спасатели, еще 4 вышли самостоятельно. В результате пожара в кухне огнем повреждены домашние вещи, кухонная мебель, а также стена. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования. Еще один пожар произошел в селе Бурмистрово. В результате уничтожено 60 центнеров сена. Предполагаемая причина – поджог.